Так, вы чего спите? А ну-ка просыпайтесь, уже утро. Котя. Не мешайте мне, я ролик буду монтировать. Котя, доброе утро, Котя. Привет-привет, посмотрите, да, какая у меня есть игрушка. Какой папа. Милый Мишка. Ну я же такой... вас слышу. Ну и чё, ну так говорите. Дверь закрой, все, и не будем мешать. Какой милый Миша, откуда классный, он у тебя, да? Киса? Да, откуда он? А это мне ребята помогли его спасти. Вау, я тоже хочу, ребята мне помогут кого-нибудь спасти? Ну, если попросить, то думаю, помогут. Слушай, давай поставим твоего милого Мишку вот сюда, вот ты же спишь со мной, пусть он стоит у нас в комнате. Давай. Можем возле твоей лежаночки, если хочешь. Можно, можно. Бить, все подряд. Так, ну это просто капец. Папа, что вы делаете? Как вы зашли? Папа. О, у тебя тут вещи, вау. Ух ты, папа, смотри, твоя кофта, папа. Комнатка папы. У тебя что, их много, что ли, папа? Конечно, много. Ты что, думала, что я в одной кофте хожу, а? Да, думала в одной. Оказывается, у него, у папы там штук 10 таких, и штанишек штук 10. А ну-ка, штаны один. Шкаф одинаковой одежды. Слишком большие. А ну-ка, одень, я хочу посмотреть. Не, слишком большие, не буду. Мне нравится, красиво, короче. Так, ребята, мне кажется, вам нужно прогуляться, так сказать, проветриться, потому что дома нельзя сидеть долго. Все, выходите. Идем. О, ну ладно. Папа, я потом сниму твою кофту, мне будет холодно на улице. А у меня шерсть. Может, тебе тоже обрасти шерстью, чтобы тебе не было холодно? Давай, а как обрасти шерстью? А вот это не знаю, может, ребятки подскажут? Ребята, подскажите, как обрасти шерстью? Ребята, вы видели, какая машина крутая? Мы все с семьей туда поместимся. А ну-ка, пошли. Куда? Посмотрим. Сюда? Посмотрим. Ой, бензина нет. Какая крутая. Она открыта. Не лезь, котяра, она чужая. Сейчас. Вперед, пали. Ау, все, машины больше нет. А что она там? Папа, нам быстро. Она такая машина, понимаешь? Так, если что, нас никто не видел, бежим отсюда. Ласка, поставь машину, это чужая машина, сейчас получишь педали. Все, я обижен. Папа, знаете, по-моему, так она и стояла, да? Да, по-моему, так она и стояла. Пусть там и стоит. Все в порядке. Да, прекрасно просто. Ой. Так, короче, едем себе машину такую покупаем. Поехали. Поехали. Я только деньги возьму. А вы кушать хотите? Да, хочу, папа. Можно. Тогда идите за мной. Так, раз, два, три. Папа, ты где? Держи, котятину тебе. А тебе... Бутылочку. Бутылочки нету. Ты уже взрослая, кушай мясо. Пап, мне вообще-то 6, день рождения еще не было, так что мне до сих пор 6. Какую бутылочку? 6, вообще-то в 6 уже в школу ходят. А чё вы меня в школу-то не отдали, а, папа? Чё я в детском саду ещё? Я тебя в детдом отдам, если будешь так себя вести. Киса, печеньки кушаешь? Печеньки. Овсяные печеньки любишь, да? Ага, я их все облизал, только никому не говори, и пусть берут. Ха-ха. Какой ты веселый. Поехали, папа. Папа. Так, все, едем покупать новую машину. А, я деньги не взял. Подождите меня. Поехали. Вали боком, давай. Вали боком. Только никого не сбей. А тут никого нет. Такое ощущение, будто в этом городе только мы, да и все. Больше никого нет. Так, стой, Фласка, вылезь за руля. Давай, киса, давай, рули, киса. Ай, подождите. Ну, психи, я не могу с вами справиться, что мне делать? Где Джули шляется, капец? Где мама? Мама работает постоянно работает. Как у нее желудок справляется с ее работой? Значит, у тебя будет много денег, раз она работает. А желудок тут при чем? А, не. Наверное, не ест. А в этом плане я тоже, кстати, хочу кушать, папа. Так, ребята, сейчас купим машину, и потом придется животы подвязать, знаете, как говорится, потому что машина дорого стоит. А может, просто продадим тогда эту? А, эту никто не купит, это уже не в моде. Розовый цвет. Могу какому-то коту продать. Она доисторическая просто. Какая? Доисторическая. Ну да, видишь, оффрайдер называется. Доисторический автомобиль. Где оффрайдер, где написано? Так. Вертолет! Полетели! Ласка, не лезь. Запускай. Да никак, а как, не пойму. Запускается. Ой-ой-ой.
знаешь? Горит что уже, что вы... Что, что мы доделали? Ладно, вертолет никто этого не видел тоже, а? Ласка, только не стреляй. Смотри, какую выбрать? Ты... Да ну, ёшкин кот, сейчас всё... Ласка, давай выберем машину, какую мы купим. Ладно, давай, смотрите, где ты, папа? Котомобиль. Вот я. Да, котомобиль. Котомобиль, котомобиль, кото-кото-кото-кото. Выбирай машину. Хорошо. Вот такая, а есть вот такая. Смотри, вау, целый семейный автомобиль. Я. Посмотри, тут двери сенсорные, они открываются, когда я подхожу. Ну да. Смотри, и тут тоже сенсорные. Ого. А если, например, угонщик подойдет, то что же, он сразу угонит ее, что ли? Мне да, уже вот в этом это. Никого нет, только мы. Папа, это нравится? Ага. Да, потому что она похожа на динозавра. Ой, тогда следи, только не стреляй. В этой машине не стреляй. Хорошо. Что, она ломается, что ли? Ломучая? Все понятно. Очень, очень ломается. Не надо, не надо. Пап, ты дерево сломал. Серьезно? Да. Вы этого не видели? Мы это видели. А, я предлагаю заехать в Анашанчик и купить что-то покушать. Как вам? Поехали. Игрушку мне, игрушку. Вау. Давай срежем. Ой. Да, потому что у меня игрушка есть, а вот у Фласки игрушки еще нет. Да, я тоже хочу Мишу. А какую бы ты игрушку хотела, а? Я бы, наверное, хотела бегемота. А, сейчас посмотрим, есть ли там бегемоты. А почему или... бегемота? А не знаю, бегемоты они большие, и еще носорога бы хотела, потому что у него нос как рог. Видал что, да, видал что, пап? Че она такая медленная? Нет, у него просто на носу рог. А не нос как рог. Нос. Оп, а вот и приехали. Нос. Рог. Нос. Кота сбил. Нос. Рог. Нос урок. Нос урок. Нос нур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 urur Это игрушки какие-то. Но только большую не возьмем, мы ее не поставим. Да, я хочу вот такую, ты смотри. Я оседляла этого самого бегемота. А я оседлал костлявого. Котят. Ау, теперь я наездник. Вау, а что они с удары ломаются? Ну, видишь, они ломаются, ты их просто подбираешь так. Все, папа, я хочу вот этого динозавра. Хочу. Динозавра? Ну, тогда бери. Опа. А давай киски возьмем косточки, чтобы он их скусил. Давай, а где они? Где да, они? Киса. О, давай, забираю. Опа, давай, теперь. Папа, платье. Киске надо было маленького динозаврика. Ну ладно. Не-не-не-не-не. Я взяла маленького на всякий случай. Такс. Подождите, кассир. У какой кассир? День. Не отдавай ни копейки и бежим! Бежим! Ой, кассиру нельзя денег забыть. Едем! А он не хочет! Так, Фласк. Папа, я на заднем. Все, поехали. Едем! Я тоже хочу назад, а как назад сесть? Ё-моё. А, я не знаю. Сбил Фласка. Папа, зачем Фласка, ты... нельзя. А нельзя выпрыгивать, нельзя? Потому что под колеса попадешь. Ау! Ой-ой-ой-ой-ой. Пап, поехали. Ой. Котяра, что там? У меня ничего. Ой. Это Фласк вываливается. А ну, Фласк. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Ой. Ой. Фласк, мы собьем тебя. Ой. Ой. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Папа. А теперь надо подумать, где будут стоять наши игрушки. Папа, знаешь, что я подумала и решила у тебя спросить? Давай, говорим. Папа, можешь мне купить настоящего динозавра? Существуют ли настоящие динозавры? Или они вымерли? Вообще-то, у меня есть для вас сюрприз. Я могу вам показать настоящего динозавра. Вау. А откуда у тебя динозавр настоящий? Врёшь, что ли, папа? А, нет, пошли, поехали. Да ладно, серьёзно, поехали. Что ли? Ну, серьезно? Поехали. Только чтобы никому не говорили, потому что там очень-очень секретное это место, и оно еще не открыто. Это скоро будет динозавры в парк, как там называется? Парк юрского периода. Да ладно, прям как в фильме я смотрела, там, короче, потом всех скусили. Я не хочу, чтобы меня съели, не-не-не. Не бойся, котятину они не едят, ты че? А Фласочку они едят? А Фласочку я бы сам съел бы. Папа, так я тебя посадить, мама, может, за то, что ты своего ребенка съел. Ребенка нельзя кушать. Правильно, ребята, правильно. Да что такая машина медленная, папа, мне она не нравится. Правильно.
Ну, потому что, понимаете, бензин дешевый, денег мало, вот, фласка прожорливая, все, кормим и кормим. Ух ты, смотрите, я уже вижу динопарк. Вон, вон. Там динозавр. Вон динозавр, высунул мордочку. А я не вижу. Это тот самый, как у меня на этой, как у меня игрушка, хочу к нему, хочу к нему. Папа, они кусаются? Не, это травоядные. Да? Да, только тихо, фласка. Так. Встаньте возле стенки, я вам расскажу все правила. Так, давай. Короче, здесь закрытое помещение. То есть территория. Сюда нельзя. Фласка, стой, ничего не ломай. Ой, папа, это что? Это как? Это здесь дырочка, в которую можно пролезть. Только никому не говорите об этом. Если кто-то узнает владельца этих динозавров, то нам появят штраф и в тюрьму посадят. А в смысле? Заходим. Владельцы динозавров, это же зоопарк, папа. Тут нет владельцев. Зоопарк, но нельзя проходить вот так вот, а нужно заходить, там деньги платить, понимаешь? Вот. А мы типа эти, вторгнулись в чужие пространства. Так, оружие тут не надо, ты чё? Тихо, не пали меня. Так, смотри. Он сидит. Он лежит как собака. You do not want to динозавр. Что-то такое. На него садиться нельзя, потому что ты маленькая. Лизнуть динозавра. Давай лизнем. О, прикольно. Что вы его двигаете? Ой, прикольно. Боже, смотри, маленький есть. Где маленький? Покажи, я не видел. Смотри. Вон, смотри, внутри. Ух ты. Это его ребенок. Да. Привет, динозавр, привет. Меня зовут Сатурик. Он встал. Растопчет, убегай, фласка. А что, они могут? Бежим. Нет. Похоже, мы их разозлили. Они, походу, боятся нас, походу. По-моему, они кричат. Так, сейчас. Папа, что делать? Папа, страшно. Слышишь звуки, как они топчутся? Да. Слышу, прикольно, папа. Тебе понравилось? Пап, хочу оседлать его. Ой, извини. Оседлать? Давай в следующих сериях мы их оседлаем. А давай спросим у ребят, если они хотят, чтобы мы их оседлали, то давайте поставьте все лайки. За эту серию мы обязательно оседлаем. Да, ребята, обязательно поставьте лайки, напишите, как вам динозавры. Будет круто, если мы покатаемся на динозаврах. Крутецкий. Ну что, тогда пойдем. Красивый, да? Пойдем. Че, я не хочу, естественно, уходить. Они такие, вау. Смотри, может быть остаться здесь заночевать? Не, а вдруг растопчет, пока мы будем спать? Тоже. Давай, поедем домой или попрощаемся, и в следующей серии мы покатаемся на них, а? Давайте. Хорошо, кто первый? Давайте. Котяра. Ты. Ладно, ребята, всем спасибо, всем пока, с вами был Саторик, Фласочка и Котяра. Ребят, попрощайтесь. Всем пока-пока, ребята. Пока-пока.